Обычно они приходят сами, но сегодня все наоборот. В гостях у судебных приставов, руководство региона и представители ведомств, с которыми сотрудничает управление. На расширенном заседании коллеги подвели итоги работы за прошлый год. Сумма, взысканная в результате деятельности судебных приставов в 2016 году, составила 2 миллиарда 204 миллиона 488 рублей, что соответствует показателю 2015 года. По алиментным платежам взыскано более 77 миллионов рублей, однако должников по-прежнему много. Руководитель ведомства обратила внимание своих сотрудников на то, что необходимо эффективно использовать весь спектр принудительных мер. Ограничивать в праве выезда, ограничивать управление транспортным средством, разыскивать имущество, необходимо отыскать источники доходов, обратить на них взыскание, привлечь к административной и уголовной ответственности. Это зона личной ответственности каждого начальника старшего судебного пристава. На особом контроле вопрос исполнения судебных решений о взыскании долгов по заработной плате. В сравнении с 2015 годом количество производств этой категории увеличилось в 2 раза и составляет более 5000. Сумма задолженности чуть менее 300 миллионов рублей. В 2016 в пользу взыскателей перечислено 107 миллионов. Безусловно, деятельность Федеральной службы судебных приставов является не просто работой по обеспечению деятельности судов, исполнению судебных решений. В конечном итоге вы участвуете в реализации принципа неотвратимости наказания как одной из важнейших функций государства. Это неотъемлемый атрибут работы органов власти по укреплению законности, по укреплению государственности. Кроме слов благодарности, докладчики указали и на пробелы в работе ведомства. К замечаниям в свой адрес приставы отнеслись с пониманием и желанием их исправить. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.